ДТП с пострадавшими в Александровском районе. Водитель на автомобиле ВАЗ врезался в столб и совершил наезд на двух пешеходов. ДТП произошло около 11 утра в Александровском районе. Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и врезалась в бетонную опору, перед этим зацепив двух пешеходов. Как поясняют свидетели, которые видели данное ДТП, водитель данного автомобиля двигался со стороны улицы Днепровской, совершал левый поворот и, двигаясь на Троицкую в сторону Моторостроителей, не справился с управлением и совершил наезд на парня, которого госпитализировали, судя по всему, в пятую больницу городскую. Пострадавшая в ДТП женщина от госпитализации отказалась. Водитель ВАЗа, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения, утверждают правоохранители. Точное заключение даст медицинское освидетельствование. К тому же у него при себе не было водительского удостоверения. По словам полицейских, гражданин 79-го года рождения ранее уже привлекался к админответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства инцидента выяснит следствие.